И всем привет, с вами я Супер, сегодня будем мы играть в игрушку под названием Clash Royale, точнее быть, ну может быть один раунд можно сыграть, в принципе в бой пойти, и сейчас я вам покажу один очень крутой реплей, я был сам в шоке, мне попались первые уровни, да, я на 11 уровне попался к первым уровням, и понятное дело я их затащил тупо с первой же атаки, так, открываем, вроде это вот эта игра, нет. Так, ну если я найду ее быстро, потому что, видите, у меня очень много игр, которые я проигрывал и выиграл. Вроде вот это, да. Значит, вы будете в шоке, те, значит, были по нулям. Без шуток, я вам отвечаю, здесь по нулям было вообще. Только я 11 уровень, и вот этот чувачок тоже нулевой. Просто я нажму, и я сам в шоке. Это что, Clash Royale? С ума не сходи, пожалуйста. Что ли? Я бы даже один против троих бы затащил. Просто смотрите на карты, так. Я вот просто в шоке. Вот я типа злой, я думаю, это что за дерьмо, смотрите. 1 и 6, потому что 6, потому что и 11 уровень, я уже понял, что мы выиграли. Смотрите, один первый уровень гик, второй уровень рыцарь, я не знаю. И принц вот этот, на пони, тоже первый уровень. Это капец. Мой 11, смотрите, рядом со вторым. Кидаю громовержцы, ну вот моя первая атака уже прошла успешно. Я угораю. Я хотел проверить, сколько урона наносит скелетом эти первого уровня башни, но я не успел, потому что мы уже забрали башню очень быстро. Ну, это просто шоки. Это ихняя башня не может даже скелетом его убить с трех выстрелов. Я вот просто в шоке. Такое бывает в Clash Royale, это все-таки Clash Royale, это тоже рандом. Вот, давайте сыграем, ладно, один бой. Как раз я выполню квест. Окей, начинаем. Один на один. Искатель один. Лига первая. 10 уровень нам попался. Ну, вы знаете, какие у нас тут 10 уровни. Монстр написан, значит, у него все улучшено до 13 уровня. Ну, понятное дело, 9 уровень эликсир, я просто в шоке. Это тот чувак, который улучшает одни и те же карты, которые он ими играет. Которыми он играет. Даже так можно сказать. Фью, фейербол. И сразу же зап кину. Я криво кинул. Может быть, из-за этого я сейчас могу и проиграть. Я не спорю. Да, я проиграю. Из-за этой гребаной дичи я проиграю. Ну да, конечно. Nice Clash Royale вообще. Very nice, просто very, very good job, very nice. Так он еще по эликсиру выигрывает, собака, потому что я у него не забрал полностью так-то. Ну, по хп вроде сейчас должно уравновешиться, либо я больше заберу. Да, больше заберу. Подальше кину, чтобы моя башня лучше один выстрел сделала. И ай-яй-яй! Ну, не получилось, я пытался. Окей, держим зап. Он зря он кинул эликсир, потому что я забираю его башню. Три удара мой хоуграйдер очень спокойно изи-пизи делает. Кидаю футбол, мне не жалко. Тоже 9 уровня, так что, в принципе, нормально. Окей, будем копить эликсир, потому что я видел у него дракона, ведьму, гига. Ну, я могу, конечно, скелетиком забрать. Не, я не смог забрать. Черт. Ах, он гад. Так. Давай, 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 давай. Найс, забрали гига, это все. Самое главное, мы забрали гига, все. Мне остальное вообще не пофиг. Зап, давай. Все, найс. Фуграйдер. Зап один. Зап два. Зап три. Нормально. Он даже еще вот эту башню забрал, так что мне как-то насрать. Он очень глупо играет, поэтому он проиграет. Да мне так кажется. Хотя вряд ли, да? Да. Я очень красиво играю. Очень-очень красиво. Мне самому нравится моя игра. Два удара. И угораю. Ну, блин, я не знаю. Я в шоке. О, хотя бы, что у него бомбер не 13 уровня.
Найс. Просто замечательная игра. Может быть, я мог бы забрать на трешку, хотя бы он... Хотя он бы отбивался. Так, открываем этот квест. Обычная награда. Вот. Вот. Ну, бывает в Clash Royale и проигрыши, и победы. Вот. Самый максимум мой был вот в этом сезоне. Чуть-чуть. Уж 3 раза подряд выиграл. И все. Так, можете заходить на этот клан. Потому что я в нем старик. Хотя я хотел бы быть с Саруком. Пока глава не дал. Так, что тут? Повышает кого-то. Ладно. Все, короче, напишу, я записал видос. Видос, все. Давайте кинем. Вот это вроде, да? Да, вот этот ролик. Вот. Ну, на этом я буду прощаться с вами. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И все. До встречи, до следующего ролика. Всем удачи. Всем пока.